На Кипре финишировал чемпионат мира среди кадетов и студентов по самбо. С медалями вернулись и представители Гродненской школы, воспитанники СДЮШОР областной структуры «Динамо». На пьедестал почета поднимались родные брат и сестра Василевские. 11-классник Ярослав завоевал бронзу в весовой категории до 50 килограмм. А 13-летняя Каролина стала обладательницей серебра в весовой категории до 38 килограмм. Всего в чемпионате мира приняли участие 186 спортсменов из 19 стран. У нас страна Кипр оказывается самая такая очень медалоемкая в плане том, что 2 года назад в этой же стране проходил чемпионат Европы среди молодежи. У нас поехало на прошлый чемпионат 2 человека и тоже приехали вдвоем с медалями. Единственное, что серебро и бронза обидно. Ярослав Василевский признался, чтобы получить бронзовую награду, пришлось приложить максимум усилий. Было нелегко ее заполучить. Надеюсь, еще будет отборы на Европу, на мир. Буду тоже стараться заполучить медаль. В настоящее время гродненские призеры чемпионата мира готовятся к национальному первенству по дзюдо. Будем надеяться, что медальная копилка Ярослава и Каролины Василевских еще не раз пополнится наградами самых престижных международных соревнований. Юлия Нестер, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+.